Добро пожаловать в муравейник. Ага, спасибо. Муравейник. То есть здесь все работают, здесь все полезны. Это прикольно. Опа, ты что делаешь? Ты воду из лужи поднимаешь и крутишь в пузырьках. Так, здесь точно все полезные? Или есть исключения какие-то? Потому что я сомневаюсь в том, что этот навык как-то пригодится нам, мстителям, чтобы защитить землю. Она просто грязную лужу в воздухе бультыхает. Стоит задуматься, нужна ли она нам вообще. А вы чё смотрите вообще все на неё? Она тут давно стоит? Она тут ещё долго собирается это делать? Ля-ля-ля. Опа, травушком. Это то, что мне надо. Я сейчас сниму стресс травушка. А, это какая-то капуста. Это вообще не та травушка. Нахрен вы ее выращиваете? Я хотела... не важно, что я хотела. Точно не есть эту травушку. И еще разок, и еще. Слушай, способности, конечно, растягиваться так. Это очень круто. Я бы тоже хотел иметь такую способность. В определенный момент такой хопа с 3 сантиметров и до 20. Бац, и растянулся. Ну, не весь, а там кое-где. Ну, кое-где, ты понял. Так, ребята, не понял, что это было? Это... Нифига себе, как табличку прибили. Прибили знатно, уже здания нет, а табличка в воздухе висит. Вот, настоящие герои-мстители, ваши способности быть зеленым и летать. Кому они нахрен нужны? Вот способности наших архитекторов. Прибили табличку в воздухе так, что она висит даже когда здания нет. Вот это полезный навык. Горя, ты моя луковая, ты опять булыжник нашел. Ну ладно, ладно, дурачок, играйся с камушком, я тебя ругать не буду. Ну то есть дали тебе метлу, сказали иди подмети, и ты решил найти песочную кучу и махать по ней метлой. Что ты так подметешь, я честно не знаю, кто тебя учил подметать. Ребята, вот честно, держите свою бытовую технику в разных комнатах, потому что если пылесос трахнет ваш тостер, походу родится вот такое вот. Вот такое чудо тупое, которое даже подметать нормально не умеет. Ну? Как тебе это дерзкое спасение в последний момент? Соскучился по комплиментам, Тони. Встретимся на Тони капитанском соскучился, да не по твоим комплиментам. Кстати, как тебе с такими мужиками? Один по мужикам, ладно, с другими нельзя спать, потому что коллеги. Как ты здесь вообще справляешься одна со всем этим напряжением, которое нарастает? Привет, милые. Скучали по мне? Забудь про то, что я спрашивал. Серьезно? Вот эту хрень, стреляющий лазером, мне надо победить? Нет, давайте я вот камушком прикинусь. Есть у меня еще, конечно, навык один, но здесь он вряд ли мне поможет. Вот видишь, кулак. Эй-эй-эй-эй-эй, эта земля с таким трудом рождает перекати поле, а ты ее лазером выжигаешь. Ля ты жучара. Боковые патрубки перегрелись. Машина отключилась. Отключилась? Вам нужно попасть в глаз. В глаз? Ух, я попаду ей в шоколадный глаз. Ну берегись, Тони Проктолог заступает на смену. Ну держи свой глаз. Скажем геморрою нет вместе. Угу, это победа. А, проклятие. А, еще один, серьезно. Это уже надоедает. Эта штука вроде еще не готова. Угу, зато большая пушка. Что ты такой скучный? Неужели с одного выстрела? Опа, нифига себе. А можно так же с моим кредитом по ипотеке? С такого огромного, хопа и маленький. Очень круто. А вот от 3 сантиметров это надо держать подальше, а то ну что ж там останется, что ж там останется. Да. Эй, ребята, всем привет! Ну, как тебе это видео? Хотя бы местами понравилось? Не забудь рассказать об этом в комментариях и поставить лайк! Что касается игры, рекомендую только для сумасшедших фанатов Мстителей. Остальным будет по кругу бить одних и тех же врагов в разных декорациях немножко скучновато. Ну, и конечно же можно похвалить некоторые сцены за разрушение и бесшабашный экшен, а в остальном так себе прямо скажем. На этой ноте я с тобой прощаюсь. Удачи тебе, мой юный падаван. До встречи в моих следующих видео. We'll be right back.
Ты сейчас серьезно? Я тут бегаю уже 3 дня. Почти спас мир. Победил Монику, огромного жука, спас Капитана Америку, а ты стоишь все это время и лужу свою бултыхаешь. Я слышал, учителей вроде не хватает. Ты давай, может, как-то устройся на нормальную работу уже. Move.